И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами, как всегда, я, Александр. Пушистая мордашка Булатик пока спит. Ну, а сегодня мы снимаем обзорчик на такой фонаричек, на такую вещицу, как фонарик. Вот такой вот. Называется он Lexman, наверное, да? Ну, если что, делайте скидку на образование и произношение. Вот. Такой вот фонаричек мы сегодня будем рассматривать. Значит, такой фонарик имеет 4 режима. Достаточно мне понравился, я доволен. Не знаю, сколько стоит. Явно качественный, дорогой, потому что с хорошей пластмассой. Но об этом мы потом. Вот. А сейчас пока вот имеет 4 режима у нас. На 770 люменов это яркий режим. На 415 люменов это тусклый режим. Сигнал SOS подает и просто моргает. В ярком режиме работает 4,5 часа, в тусклом режиме 8,5 часов, дальность 35 метров и 26 метров, соответственно, 35 в ярком режиме и 26 в тусклом. Вот. Вот такие вот характеристики. Также в комплект входит, тут он как и нарисовано, вот так вот у нас шнур такой вот в комплект входит, да, вот такими вот, тут под USB с одной стороны, а здесь под microCD, или как он там называется правильно, вот, вот такие вот делишки. Также там на ручке есть фонарик, ну то есть добротный строительный фонарь, 180 минут работает. Индикатор батареи есть. Здесь вот с обратной стороны. Сейчас мы рассмотрим вот такой вот фонарь. Так вот он выглядит. Он там магнитики есть, на которые он добротно крепится. Вот так вот он еще крутится. Слышите, как он тяжело щелкает вот так вот. То есть просто так. И пластмасса тут такая. Если кого-то так даже так можно так муху убить. Вот сзади тоже такие вот там записаны характеристики на данный фонарик. Видите, кнопочка. Вот это вот включение, выключение сейчас мне будет в глаза светить. Вот так, видите, там полный индикатор, 4 деления. Режимы разные. Вот SOS режим, это моргание. То есть яркий режим, менее яркий режим. Режим сигнала SOS и режим моргания. Вот такие режимы. Ярко светит, как светит, показывать в камеру не буду, потому что смысла нету. Но светит хорошо, довольны вообще, честно сказать, довольны фонариком. Такой фонарик добротный, хороший, то, что надо. Вот, на фонарике тут такие он характеристики указаны, как год, я так понимаю, его модель это 2109. Аккумулятор литий-ионный 3,7 вольта, 220 миллиампер часов, напряжение 5 вольт 1 ампер. Вот. Ну, вот такой вот фонаричек, да, кстати, такое вот тоже от пыли защищенное гнездо для зарядки, тут вот открывается таким резиновым, закрывается клапаном. Ну, бомба, сделан хорош, добротный, я же говорю, такой вот фонарик добротный, светит. Мы довольны, счастливы, вот. Наслаждаемся. Не знаю, я же говорю, он дорогой явно, ну, вот. Поэтому, ну, о цене говорить не буду, потому как не знаю. Но. Далее, также хотел вам прочитать инструкцию данному фонарику. Вот. Такие вот, значит, данные у нее. Значит, техническая характеристика. 5 вольт постоянного тока, вход 1 ампера, время полной зарядки 3 часа. Степень защиты IP65 без USB кабеля, IP20 с USB кабелем. Тип аккумулятор литий-ионный 220 мА часов, 3,7
вольта, аккумуляторный блок напряжение 3,7 вольта, элемент батареи в приборе 1, режим работы, яркий свет, тусклый свет, SOS и мигание. Ну, я вам показывал. И все режимы. Так, обратите внимание на принцип смены режимов работы. Яркий свет, тусклый свет и SOS. Для смены этих режимов работы интервал между сменой режима не должен превышать 10 секунд. В противном случае нажатием на кнопку приведет к включению фонаря. Индикатор зарядки батареи. Горят 4 зеленых индикатора 100% мощности, горят 3 зеленых индикатора 75% мощности, горят 2 зеленых индикатора 50% мощности, горит один зеленый индикатор, внимание, интрига, 25% мощности. Да, интриги не было. Мощность, когда этот зеленый индикатор начинает мигать, требуется зарядка. Вот. Запрещено использовать устройство во время зарядки, так что будьте внимательны во время зарядки, не пользуйтесь фонариком, оставьте его в покое, пусть от вас немного отдохнет. Зарядка батареи. Во время зарядки индикаторы будут загораться по порядку следующим образом. Один зеленый индикатор мигает и загорается. Второй зеленый индикатор мигает и загорается. Третий зеленый индикатор, вы не представляете, мигает и загорается. Ну и как неожиданно, четвертый зеленый индикатор мигает и загорается. Полная зарядка, все четыре индикатора горят. А вы не догадались? Вот будете знать. Ну дальше, обслуживание, понятно, что ремонтироваться только у самых лучших мастеров. Вот. Ну а вообще, я же говорю, такой вот обзорчик небольшой на фонаричек вам сняли, про фонаричек рассказали. Я же говорю, фонарик очень удобный, крепление есть, два магнита, на любой металл крепится легко, надежно, ну доволен я. И также есть... Здесь вот такая вот резьба идет, как под штатив. То есть штативчик тоже под него можно подставлять. И штатив, с помощью штатива. Вот, скажем так, устанавливать его. То есть на все случаи жизни, я же говорю, сделан добротно. Ну, видно, что не в подвале китаец собирал на коленке, а где-то на заводе, на фабрике. Вот так, мои дорогие зрители и подписчики. Так что, такой вот небольшой обзорчик. Пишите свои предложения, отзывы. Вот. Что вы думаете по данному поводу. Ну, а мы же вам будем говорить до новых встреч. Не забывайте, прожимайте барский лайк, царскую подписочку. Подписывайтесь на канал Булат и Ко. Вот. Мы же вам будем говорить до новых встреч. Всего вам самого наилучшего. Чтобы женщины не сохли, мужчины не гнулись. Я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. Пока-пока, мои дорогие.